Вы вместе, любите друг друга, на сторону не засматриваетесь. А может, все-таки хотите знать наверняка, просто прислушайтесь. Раз-раз. На измену ушли силы и половые гормоны, поэтому голос изменщика становится другим на несколько часов. Если мужчина раньше был со спокойным, грубым голосом, приходя домой после измены, будет говорить чуть-чуть выше. Женщина, наоборот, начинает говорить ниже, чем обычно. Может, показалось? Прислушивайтесь дальше. Через 3 часа голос снова изменится. Ведь вторая половина ни о чем не догадалась, страх прошел. Появились эндорфины, гормоны удовольствия. Они практически лишают мужчину голоса. Не говорит, шепчет. У нее, наоборот, появляются высокие нотки. Она буквально щебечет о всякой ерунде. Слушайте дальше. К утру голос изменщика снова меняется из-за коктейля чувств. Вина за содеянное, радость, что не выдал себя, предвкушение от новых приключений. Раз-два. При этом организм мужчины мобилизуется для нового похода налево. Голос становится громким, командным. Женщина больше под впечатлением. Пока не готова к действиям, она обдумывает и все больше помалкивает. Вот и получается, чтобы распознать изменщика, достаточно просто прислушаться. Главное не ошибиться, ведь часто мы слышим только то, что хотим услышать. Мария Николаева, Александр Курчевский, Первый канал.